Югорчанка Любовь Юсупова стала призером международного турнира по боксу. Он прошел в столице Монголии. За кубок Улан-Батора боролись боксеры из Филиппин, Казахстана, Кореи, Индии, Киргизии, Украины, Ирана и России. Честь нашей страны отстаивала спортсменка из Ханты-Мансийска Любовь Юсупова. Она провела два боя, в полуфинале уступила представительнице Монголии и в итоге заняла третье место.